Соня идет. Welcome. Радуйся, дорогая, избавился от сильного соперника, тебя я точно поздравляю. Почему это я должна радоваться? Все правильно сделали, каждый за себя, я считаю, что это молодцы. Мы все играем в игру, и в каждой игре есть победитель и проигравший. Я отталкивалась лишь от того, что я хочу быть здесь, я хочу идти дальше, Вика сильный игрок, и это очень логично, убирай сильных игроков. Ой, зайчка, зайчка моя. Мои девочки. Я очень расстроилась, когда поняла, что Боня вылетела, потому что мы с Боней уже старифанились, и я в шоке от того, что она ушла. Мне кажется, для той силы, которой обладает Боня, она ушла рано. Реально. Да. Это первая, она первая вылетела. Этот человек был много дел для того, чтобы, ну, чтобы мы... Значит, ты считаешь, что кто-то вообще из нас всех заслуживал? Мало делал? Нет, я говорю, послушай, ну... Я не про это, но мы говорим о том... Согласись, что это очень сложно, чтобы кто-то вообще первым ушел. Никто не заслуживает этого, это просто игра. Каждый день, проведенный здесь, он какой-то особенный. Каждый день он, наверное, несет какую-то свою пользу. Понятно, что, скажем, разом мы будем терять игроков. Это будет как и грустно, но также и логично, потому что... Это неизбежность, есть правила игры. Поэтому нужно наслаждаться, получать удовольствие от всего того, что происходит в данный момент. И я вообще очень рад, что здесь оказался, потому что, невзирая ни на что, на победу, поражение, конечно, может быть, слишком громко сказано, но у меня появилось 9 друзей.